Крылья Советов готовятся к важнейшему поединку с Териком. Грозницы имеют лишь математические шансы попасть в зону Еврокубков. Самарцам же для благополучного завершения сезона необходима только победа. При определенных раскладах Крылья могут оказаться и на 11-й строчке турнирной таблицы. Ну, конечно, мы следим за результатами игр. Прекрасно понимаете, что последний тур он будет проходить в одно время. И нам ни в коем случае нельзя отвлекаться на то, как будут развиваться события в других матчах. Нам нужно быть сконцентрированы на своей игре и добиться того, опять же повторюсь, что мы перед собой поставили, какие задачи, какие цели. В чемпионатах России Крылья Советов и Терек встречались 19 раз. В этих поединках самарцы одержали 6 побед, 9 раз терпели поражение и 4-жды играли с грозницами в ничью. Разница мячей 20-27 в пользу Терека. В первую очередь нам нужно отталкиваться сейчас от своей игры. Мы знаем, что Терек уже в принципе никаких задач не преследует особых в турнирной таблице. Поэтому, ну, опять же, на это не стоит обращать никакого внимания. Команда приезжает, команда будет играть. Нам нужно будет настраиваться на хорошую игру. Я думаю, будет хорошая битва. Поэтому здесь будет борьба характеров, наверное, в первую очередь. Встречу будет обслуживать бригада арбитров по главе с Алексеем Николаевым. Последний раз Николаев обслуживал матч с участием Крыльев месяц назад в победной игре самарцев Санжи. Матч Крылья Советов Терек состоится в воскресенье 21 мая на стадионе Металлург. Начало игры в 16:00.